По поводу моих расходов. Я не считаю, что я трачу как-то очень много. Естественно, с момента прихода на проект у меня выросли запросы. И вообще, в принципе, с чего это изначально началось? Я пришла как бы обычной девчонкой, там, грубо говоря, в одних штанах, в одной там футболке. Я посмотрела на девочек, они все красивые, они все эффектные. И, разумеется, я также захотела, потому что мой мужчина там смотрел на других девочек, более красивых. Да и, в принципе, любая девочка хочет хорошо выглядеть. Я не считаю, что это как-то очень плохо. Тем более, по сравнению с девочками, которые находятся на проекте, я не трачу так много денег. Там как бы ничего прям супер криминального нет. Я считаю, что мужчина тогда зарабатывать должен больше, потому что у меня нет такого, что я вот спускаю абсолютно все. Там я трачу определенную сумму в месяц, но девочки на проекте у нас тратят в разы больше. Сколько я примерно трачу денег? Ну, если вот прям вот в целом, вот совсем все сложить, ну, может быть, 1050-70, вот если вообще на все. И то это, если мне, например, не знаю, там нужно купить зимнюю куртку, то есть или еще там что-то, то есть такие вот прям расходы. Если, ну, там, просто, допустим, там каждый месяц, ну, 1030-35 у меня уходит, мне кажется, это абсолютная норма, как бы, для любой девушки. Я считаю, что если мужчине мало денег, то, наверное, он должен больше зарабатывать, потому что я согласна с тем, что нужно что-то откладывать, но, например, я люблю одеваться, я люблю, когда, тем более, я нахожусь на телевидении, чтобы у меня было какое-то разнообразие в одежде. Почему нет? Каждый вечер в 11, дом 2 на ТНТ.